Всем привет! Сегодня 25 июля. Представляю хосту гибридную Midwest Magic. Это гибридная хоста. Очень сейчас она яркого цвета. Видите, какие листья ярко-желтые внутри. Такие сине-голубые по краю. Хоста высотой 50-60 сантиметров. Но здесь вот она у меня растет в полной тени. С утра немножко, полчаса на рассвет, и вечером часок, может, солнышко сюда заглядывает. Ну, практически в полной тени растет. Значит, лист очень довольно такой жестковатый. Улитки практически его не едят, видите? Даже не практически, я не вижу ни одного поедания. Хотя у меня здесь их довольно много. Вот тут и папоротники у меня. Midwest Magic. Хоста суперская. Сейчас вот выкопал один кустик. Он у меня закопан был в горшке. Сейчас буду делить, покажу, какой у меня второй куст. Вот здесь второй куст. Я сегодня его буду делить. Midwest Magic. Он у меня был закопан в горшке. Вот. Рос, наверное, года два. Вот, сегодня поделю. Выставим на продажу. Хоста Midwest Magic. Кому интересно видео, не жалейте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал.